Число выявленных случаев ковид в России за сутки выросло на 9 тысяч, и с каждым днем все больше и больше увеличивается. В университетской клинике Казанского федерального университета стала доступна назальная вакцина «Спутник Ви» от коронавируса. Она появилась относительно недавно, поэтому и вопросов к ней возникает довольно много. Назальная вакцина – это все тот же «Спутник Ви». То есть если раньше люди делали в виде инъекции в мышцу с помощью уколов, то сейчас у них есть выбор. Отличие интраназальной от инъекционной состоит лишь в способе и месте его введения. Для россиян рисков как таковых нет, потому что эта вакцина не содержит активно размножающегося вируса и, соответственно, не способна вызвать заболевание. Назальная вакцина – это так называемый спрей. Препарат находится в шприце, но на него надевается не иголка, а специальная насадка с фильтром. Если нажать на поршень шприца перед носом и глубоко вздохнуть, жидкость в виде мельчайших частиц капелек осядет в носовой полости. На слизистой оболочке образуются секреторные антитела, которые и будут нейтрализировать вирус, пытающийся проникнуть в организм воздушно-капельным путем. В составе назальной вакцины, так же, как и в ее предшественнице «Спутник Ви», самого коронавируса или его частей нет. Есть аденовирусные векторы с измененным геномом, с помощью которых в организме и происходит выработка антител. Помимо этого, можно делать как вакцину против гриппа, так и вакцину против новой коронавирусной инфекции в один день. А так как входными воротами для новой коронавирусной инфекции является носоглотка, а путь введения этой вакцины через носовой ход, то таким образом формируется указание местный иммунитет, и такой способ введения считается достаточно эффективным. Как и «Спутник Ви», назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в 3 недели. Иммунизация осуществляется в поликлинике униклиники Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А, с понедельника по пятницу с 8 до 7 вечера. Студенты смогут сделать прививку в студенческой поликлинике по адресу Оренбургский тракт, 95. Также в поликлиниках КФУ от коронавируса можно прививаться вакциной «Спутник Ви» внутримышечно. Алина Красильникова, Универньюз.